Всем привет. Я вот думал долго, во что такое поиграть. Во что я давно не играл, или что-то, знаете, какой-то такой жанр, где чисто можно зачилиться. Огромное количество игр передумал. Даже вернуться какой-нибудь там Dota Auto Chess или Underlord, да чего угодно. Но нет, это все дерьмо, 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 дерьма. По сути, не во что играть же. В PUBG вернуться особо невозможно, там... Убрали соло-ранкет буквально из игры. Типа вообще огромное количество многих игр, которые раньше играл, которые мне нравились, в них хуй вернешься. Конечно, было бы супер, если бы это были бы прям какая-то, ну, новая третья часть. Но в любом случае, я в рейнджеров не играл больше 10 лет. Тем более, эту игру никогда не проходил как бы с этой с железным модом. Как это называется? Сейчас покажу. Ну, на старте. При создании персонажа ты выбираешь железный мод. Но это не совсем хардкор. Но все равно с сейвами. Я вообще не знаю, возможно ли космические рейнджеры чисто в теории пройти без сейвов. Мне кажется, это абсолютно невозможно. Ну. Вот реально интересно, существует ли видос какой-нибудь, где чел прошел рейнджеров, ни разу не умерев, да, то есть без сейвов. То есть железная воля тебе просто дает запрет сейвов, кроме автосейва при взлете. Это на самом деле, ну, лайтовый такой режим все равно. Короче, вот так вот начинал 150%. Поломки средняя у меня стояла, но ломается все просто по КД. Я вообще без понятия, как люди играют на 200%, я никогда не понимал, как можно играть на 200%. Я помню, я вроде когда-то проходил на 150, ну, старую еще версию, которая называлась Доминаторы. Но без железной воли. А железной воли я не проходил. На 200% играть я в первую очередь не хочу из-за двух причин. Типа, мне супер не нравятся поломки постоянно, это вообще неиграбельная хуйня. И удача нулевая тоже, ну, кринж ебаный. Из этих двух тем. Еще пираты крутые тоже полная хрень на самом деле, потому что, ну... Вот, допустим, стоит пираты сильные, и там просто заходишь в какую-то систему пиратскую, там, блядь, 15 кораблей пиратских, и они все вместе летают, это вообще, ну, трэш. А так остальное выбрал ВК человека, я же человек. Выбрал единственную охуенную аватарку, с которой я всегда играл, это моя аватарка всегда была. Это охуенная аватарка. Я ВК воин. Потому что, ну, у него типа самый такой надежный старт, я хз. У него корабль самый лучший. Ну и выбрал вот эти вот навыки, чтобы сразу деньги получать. Я уже достаточно долго играл. Тут уже прошло в игре года 4. Я нихуя не добился особо. Ну вот, миллион пиратов, блять, все вместе летают. Что ты им сделаешь? Все почти захвачено. Вся везде пизда. Я так понимаю, вообще все захвачено, кроме... 5 систем. 5 систем осталось в игре. Ну, если что, никогда не был каким-то задротом или специалистом в этой игре. Типа, я вообще не знаю, как с этим бороться, то, что все захватывают. Я, в принципе, развился как мог. У меня вон 3 пушки загрейдженных. Все мало весят. Сканер 15 весит. Это мало весит. А это мало весит. Все загрейдженное. Эту хуйню не могу загрейдить. То есть, в принципе, ну, развился. То есть, я вроде как жесткий, но на самом деле я нихуя не жесткий. Почему-то. При том, что у меня все загрейджено, все заебись. Коплю деньги на новый этот корпус, чтобы было 5 оружий.
Мне кажется, вот тогда я стану сильным, когда будет 5 оружий. Че, поехали сюда. Там какая-то атака. Зонды пооставлял здесь, да? Пусть работают. Да иди нахуй, блядь. Пираты пизданутые. Так, и чё здесь? Сейчас, як. Так, когда? Не думайте, что я буду... Кстати, говорю про то еще оконный режим, как он работает. А, да, оконный режим — это буквально оконный режим. Ой, пиздец. Хотел сказать, не думайте, что я буду постоянно воды писать по этой игре, потому что, ну, я начал снова ее играть, чтобы почилить чисто. А не чтобы сидеть, разговаривать, воду писать. Так, и что здесь? Что-то в системе? Тут какие-то бои были, теперь нету боев. Как понимать? Я вообще не понимаю, чем заниматься, когда у тебя почти не осталось систем. А, да, 6 систем осталось. Что делать там? Что-то лежит. Наркотики. Фри деньги! Ням. Враждебная? Меня тут ненавидят. Здесь вас ненавидят. Тут черная дыра, я смогу туда полететь. Плохое. Нормальное. Так вроде даже с нормальным отношением квесты не дают. Чё я здесь забыл? Мне тут нехуй делать. Летим в эту черную дырку. Блин, конечно, вот похожих игр нету. Из похожего я такого вот недавно Mountain Blade играл, по сути. Казалось бы, совершенно разные игры, но Mountain Blade чем-то похожи на рейнджеров. А так... Вообще ж ничего похожего не существует. Че, поехали в дырку или поищем квест? Для начала. Наркотики можно продать? Нет, хотя... Если я продам одну дозу... Я же хейтить не буду прям сильно. Ну, по идее. Квест. Пиратский корабль Метеор. Ну, типа, я берусь, но я не знаю, смогу ли я его уничтожить или нет. Почему все так часто ломается? Полный ремонт, 1000 кредитов. Где я должен деньги зарабатывать? То есть это одна из причин, почему я не понимаю, как вообще играть, если поломки будут стоять, ну, на ужасно там. Ну, то есть, короче, самое последнее, на 200%. У меня поломки стоят средне. И все ломается 24 на 7, и стоит починить супер дорого. Эти деньги брать неизвестно. Это бред какой-то. Не думаю, начну с черной дыры, а потом полечу этого уёбка искать. Хотя я уверен, что не смогу его убить. Я беру квест чисто, ну, на похуй. Вдруг его кто-то убьет другой. Что мне еще делать? Ноды. Бля, на самом деле мне надо ноды собирать, чтобы загрейдить захват этот ебучий. Он не грейдится без нодов. В дырку. Здесь меня не убьют, там. То придется заново ноды собирать. Так.
тяжко управлять героем. Ай-а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 й. Отстань. Меня уже почти убили, блядь. Ай, блядь. Я не знаю, что делать вообще. Он меня просто уничтожил. Управление душное. Я вообще не знаю, что делать. Еще и оружие, по сути, слабое. Так, блядь, ноды собирать опять заново. Это хуёво. Как бы сейчас каждый раз залетать в дырку, умирать и ноды собирать заново. Не очень веселая перспектива. Стоп. У меня еще не тот артефакт стоит. А почему? А хуй знает. О, кстати, напали на эту систему. Мои помочь. А, тут тоже мечи? На Кефрон напали? А кто напал? А, вот доминатор, ебать. Ну, давайте дефать. А есть кто на помощь? Ну погнали. Начнем с того уёбка. Или маленьких убивать сначала. Заметано. Так, ноды буду собирать тоже. Сразу. Опа, разъебал. Так, ну надо все собирать тут без вариков. Хотя лучше это пока не брать, возьму что-то попроще. Так. Погнали. Ну догони его, блин. На. Да это не я его убил, какого хуя, блядь. Так. Че, мы отбились? Это было их нападение? Что, изи? Даже толком лута нету. Ну, я явно смогу заградить захват, кстати. Мне должно хватить. О, на солнце напали. Это борода. Там последняя научная база. Если ее разъебут, это конец. Корсар топор, а мне кого надо убить? Метеор. Топор, блядь, метеор. Да, в черных дырках сложно, это вообще пиздец. Как там управлять и стреляться? Типа там задом нужно летать, по идее, и как-то обстреливать их. Сейчас, погодите. Моя последняя научная база. Кто напал вообще куда? Ух, ебать. А, нет, это свои же. А вон они, вижу. Можно я что-то залутаю успею, не? Сейчас все разъебут.
хули ты все ломаешь? Не ломай, блядь, все. Крысич. Он буквально летит все поломать. Зачем мне ноды расстреливать? Зачем ты расстреливаешь все подряд? Не ломай! Ням, ням. Так, попробуем поискать этого метеора. Если его никто убить не может. Так, келероидный отдел. Бином какой-то, тритон, ноды келера. Чё за бином? Хуйня какая-то. Так, а ноды? 85 нодов. Not bad. Думаю, этого хватит на апгрейд. Ментощуп. 48 нодов, 4800. Сделайте упор на мощность или на дальность? Ну, на мощность, очевидно. Ням. 72-119. Возьму эту штуку на броню, а это больше носить не буду. Ну. Там обе вообще продать просто. Мэби зря продал, мэби с собой надо было бы носить постоянно. Хотя мне и так просто нету места сейчас. Смысл мне его с собой таскать. Так, я все починил. Денег, как обычно, нихуя нету. Ну, не надо мне въебало астероидом, блядь. Пойду пособирайте все ноды еще и отнесу их в центр рейнджеров. Но проблема в том, что когда... Проблема в том, что когда... Убивают центр рейнджеров последний, а их будут постоянно убивать. Все ноды теряются. Типа, которые были на счету. Это проблема, поэтому, ну, я их собираю, а толку? Так, мне этого ублюдка надо убить. Корабль-метеор. Метеор. Атланта, Вита, Прайонис. Времени почти не осталось. Это пиратская система, мне там не позволят его убить. Мне там самого захуярит. Вот что я думаю. Попробуем. Так-то один на один я могу, в принципе, убить. Ну... Думаю, большинство пиратов вообще изи. Но это один на один. Даже два на один я уже слабый. Я не знаю, почему так. Вроде, ну... Я все самое крутое нашел, что было доступно. То, что, знаете, мало весит. То есть у меня вполне адекватный герой. Ну, боевые навыки не прокачаны тогда. Ну, потому что, блин, а как я буду играть без торговли и без обаяния? И так денег нету нихуя. Меньше было бы. Че, полетели его искать, пока есть шанс. Метеор.
Ну вот, смотри, сколько пиратов. Как я должен этого ублюдка убить? Я нападу на одного, меня будут все ебашить. Вообще-то настолько нереалистично, посмотрите, огромное количество пиратов, за счет чего они живут. О, метеор, вижу его. Тут дичи мало, а пиратов много. О, на него напали. Ну, бля, на самом деле его будет сложно убить. А, то не на него напали, а то он напал. Ну, нападу я сейчас на него и чё? Мне пизды выпишут. Враждебное, плохое. Ну и чё я буду делать? Я не справлюсь, мне кажется. А если мне два чела ебашит? Ну и мне пизда. Его я не убью. Но эти квесты не выполняются буквально никак. Может мне отстать? О! Этот отстал. Это выгодно так-то. Да блядь, ну... Ну это нереально. Это невыполнимые квесты. В итоге меня еще челы атакуют. То есть буквально квесты невыполнимые. Я его почти убил, но меня убивают на X-ход тоже. Мне все атакуют. Все. Ну, то есть я умер. Никак. Квест провален. Никак денег не заработать. А другие квесты не дают. Ну реально никак. У него слишком много хп, его ну не пробить. Типа никак. Нет шанса выполнить квест. Неадекватно много пиратов, слишком их много. Как вообще доминаторы захватили все, если так много пиратов? Это еще один момент, которого я не понимаю. Как они их всех перебили. Пиратов всегда какое-то неадекватное количество. Величина счета 61 нот. У меня там было уже где-то 300 или 400, но, к сожалению... Кстати, и воинской базы нету, я не могу дальше в звании расти. Нету воинских баз. В общем, полная пизда. Непонятно. Что делать? На Арктур напали? Кто напал, я не могу понять по иконке мечей. Я заболел? Там было написано, что я заболел. Игрок не может эффективно стрелять, требовать денег или вымогать грузы. Зато у меня обаяние большое. На солнце напали. О нет, бля. Кто здесь напал на кого? Я обратно лечу. Так у нас даже нету медицинских центров, как я могу вылечиться? У меня болезнь, а я... от нее нельзя вылечиться тебе, получается? Провалено. Я что я сделал? Кто напал на нас? Уже никого нет. Да хуй поймешь, блять. Полетал туда-сюда еще и заболел. А вылечиться непонятно как.
А где медцентр? Медцентров нету. АТФ, блядь. Хуйня ебаная. Даже денежную помощь не перечисляют. Так, зонды простаивают. Да почему, блядь? А что ему сделаю? Нихуя ему не сделаю. Я ему ничего не сделаю. Если буду с ним драться, меня остальные добьют. Это бред. Залетаешь, тебе миллион пиратов атакуют, ничего не сделать. Поляризатор. Это артефакт. Он вроде хороший. Плюс 5% защитное поле и отражает выстрелы. Фэш. Дохуя продуктов, дохуя всего. Вот только как это все позабирать отсюда? Поляризатор можно переодевать вместо гипергенератора на время файта. Мне корпус нужен получше. А мне сначала даже хуй дадут вылететь. Чё меня ждет, блядь? Ёбнутый, сука. Тут эти насмерть дерутся. Я хоть смогу его победить? Вроде выигрываю. Что такое? Дай денег. Что с ебалом дал он? Умри, блядь. Дебил, сука. Отношение враждебное ко мне из-за того, что я что, блядь, убил пирата? Так вот сам на меня напал. Ай, ёбнешься. И что делать? Я убил чела, который на меня напал. Что ему поделать? Ко мне отношение враждебное. На самом деле, это всё странная хуйня. Типа это вся темка с пиратами, то что тут могут быть пиратские системы, это все очень душно. Как они меня могут хейтить за самозащиту, блять? За самооборону. Как это может соответствовать какому-либо пиратскому кодексу, я не знаю, ну типа что. Еще и тратить миллиарды на починку. Класс. Задание. На, защищать судно. До 16 марта, а полегче. До 10 февраля. По большому счету я могу просто понадеяться, что оно само выживет. Все это время. Даже не буду искать, где оно находится, я просто понадеюсь, что судно это выживет. Самое адекватное, что можно сделать. Это, конечно, классный дроид, но 33 вес.
Как мне забрать свои дроиды системы Арктур? Не совсем понимаю. Еще и продать все шмотки оттуда. Они друг друга жрут, потому что нету никого, кроме пиратов. Это бред какой-то, конечно. Бредятина ебаная. У меня перевес. Так, но за этим возвращаться не будем. Хотя бы я бы пополнил топливо. Ладно, плохо. 4 еды еще выкину. Почему не могу брать? Ну типа, почему не могу взять и потом выкинуть? Ну и что перевес? Очень странно. Очень странная хуйня. Они мне дадут спокойно подышать. Они друг друга уничтожают, ёбнутые. Меня кто-то начинает атаковать, враждебная пишет. Какого хуя? Твари пизданутые. Ого. Вот мне бы такой корпус, наверное. Идеал. Но он всего лишь 352. А мой 340, то есть у меня не так много будет веса. Кстати, на самом деле этот идеал, учитывая, что мне две пушки еще понадобятся, у меня вообще не будет лишнего, ну, места. Он не особо-то и подходит. Пока-то тут оставлю, наверное. Блин, мне тут придурок даже не даст вылететь нормально из этой хуйни. Атаковать меня будет. Враждебная, блядь, ёбнутый, блядь. Изданутое животное. А что с вами не так? Мне кажется, эта хуйня с пиратами не сбалансированная, вам не кажется? Они просто все начинают атаковать друг друга, а теперь меня, блин, толпой. Чё с ними делать? Всех их убить или что? Как я их всех убью? Ракетница 23, кстати. Тип ракетная D. Ого. Всего лишь 23 весит, и в целом неплохая ракетница. Ого. Блин, это даже неплохое оружие. Блин, ракетница крутая. Дэшка. Три ракеты 14-17, это дохуя урона. Если таких три ракетницы собрать, то
можно даже ебашиться нормально с кем-то. Так, подождем, потому что там меня окружили корсары. Тут квест почти сделался. На удивление. Давайте попробуем поискать эти ракетницы. О, осталось получить деньги, найс. Так, ракетомет. Двадцать три, 10-12, это не то, не то. Я хочу какой-то пиздатый, чтобы мало весил. Тут у всех урон 10-12. Вот есть 13-16, 24. У меня какой? Тут вообще 14-17, это пизданутый дэшка. Ого, ракетомет может весить 11? Так мало? Ха. Не, ну реально думаю ракетницы повязать. Чтобы как-то с РНЖ хуячить. И плюс в этом в гиперпространстве ракетницы вроде получше будут, чем то, что у меня сейчас. Ну их еще все грейдить надо. 12-20. Вот этот можно купить, 12-20. Можно, короче, купить 12-20. Можно купить 13-16. И перейти на ракетницы. Алло. Авиор, Бэттлгейзе. Авиор это где? Авиор — это какая вообще система? Авиор, блядь, какой авиор? Сектор Валгир. А, понятно, блядь, Валгир. Сука, ладно, туда в Бэттлгейзе летим. Там еще и напали на Бэттлгейзе. Какой-то пиздец. Враждебное, плохое. Что с вами не так, пизданутое животное? Сразу нужно меня бить. Конченое. Отстань. Вообще пизданутые. Почему не все на меня нападают? Бля, какой бред. Твари ёбнутые. Не, ну те ракетницы, конечно, но такое. Если убегаешь от них, то они вообще супер хуёвые. То есть кого-то догнать ракетницами сложно, но доминаторов можно убивать ими. Более-менее. Хуй знает, переходить на них или не надо. Давай, блядь. Они меня или коцают? Так-то. Я почти не получил дэмэдж от них. Ха. У меня же 11 брони. Да, еще надо учитывать, что они нихуя не коцают того, у кого много брони.
Кто тут на кого напал? О, опять куча лута. Это не успею, anyway. Неолангория. Но думаю, надо все-таки попробовать с ракетницами, а то я с этими осколочными орудиями ничего не добьюсь, походу. Бля, если еще и учитывать, что у меня точности нету, а тут макс дэмэдж большой, а вылечиться невозможно, в принципе. Как я должен вылечиться? Я не знаю. Как вообще Валкир прилететь, если тут все захвачено доминаторами? Вопрос на засыпку. Тоже очень интересно. Куда мне зонды девать? Мне даже некуда зонды поставить теперь. Бля, чуть ли не каждая система супер враждебная. Залетаешь в каждую систему, у тебя в каждой ебашат. Либо пираты, либо доминаторы везде. Неадекватно сделали, мне кажется. То есть буквально играть невозможно. Элахуй. И вылечиться невозможно. Как я должен вылечиться? Я что-то не врубаю. Как? А болезнь сама не проходит? Блин, 12-20 это слабый совсем. Это крутой, 14-17. Да. Это жесткий. Не знаю, что делать. Все разъебали. Но, наверное, на ракетнице переходить не лучшее решение. Почему этот чел меня ненавидит? Вау. Вау, просто вау. Поебалулу. Вот вообще 19 весит. На какой планете сел? То есть я уже могу, по сути, купить 3 ракетомета сейчас. И пытаться с ними что-то делать, но это бред, наверное. Если я встречаю противника с броней или противника, который убегает, оно не работает просто. Эх, из-за. Я в тупике, я с этими зондами ношусь, некуда их поставить. Корпус в идеале нужен такой, чтобы было 5 оружий. Но такой хуй найдешь. 250 вместимость не пойдет. Вместимость, это мало. Хуево знает, что же мне делать. Чисто пытаться пиздить доминаторов с ракетницами. То есть мне вроде достаточно быстрый двигатель, чтобы от них убегать. Не прям супер быстро, конечно.
Да, эти осколочные орудия... Ты максимум можешь с одним-двумя челами драться, не больше. Еще и вылечиться нельзя, я не знаю, что делать. Почему не могу вылечиться? Не, мне ракетница не нравится. Наебал. Не хочу. Задание. 15400 кредитов. Борган. Борган — это кто? Сектор Миргат, система Хамаль, планета Кмертил. Тоже чисто пиратская хуйня. Я там пизды выпишу, если попробую этот квест сделать. Как же душно. Ну, блин, да хуя предлагают. 92 дня за то, что получить 15400. Попытаемся, я не знаю, как мы это сделаем. А, мне надо еще на планету Унданка. Почему этот чел преследует? Что ему сделал плохого? Что с тобой не так, блядь? Блядь, что ему сделал плохого? Он меня тут буквально ждет. Чего меня просто ждет на планете, на орбите? У него еще и скорость 610. Просто пизданутый какой-то. Бомбай Темрогат, это не он? Система Аверп перешла под контроль доминаторов? Это какая? Даже не вижу, какая это. Бомбай Грызня, Бомбай Гаргунга. Че за уёбки, блять? А тут высадить зонды, кстати. Почему меня этот военный преследует? По всей карте. Вы видите, что происходит? Оно отбитое нахуй на всю голову. Чего мне походу играть не даст? Купил бы, но там алокский дроид. Будет ломаться 24 на 7.
Что ему сделал плохого? Почему меня преследует по всей карте? Он за мной летает буквально даже в системы другие. Я вообще такой хуйни не видел. Ёбнутое животное, блядь. Как от него убежать? Почему он это делает? Что с ним не так? То есть он заставляет меня убить его? Я просто не понимаю, что я должен делать. О, его атакуют или что? Он передумал. Хочу ставить. Пип. Тут воды нету, серьезно? Равнина, горы. Они на военного напали или что? Так, хотя бы зонда выложил, уже неплохо. Я ищу Бомбая Боргана. Мобион Рыли на планете сидит, Мобион в тюрьме. Как до него добраться? О. Сектор Атланта, система Вита Прайонис. Заебал. Ну вот что такое? Почему не все меня атакуют? Они... Почему, блять? Что с вами не так? Я рил, не понимаю, как играть, когда вообще все системы враждебные. Тебя все везде атакуют. Ты меня даже не коцаешь, придурок. Что это такое, блять? Меня даже не коцает. Не, у меня коцает, но, блин, я бы его убил легко, если бы меня не атаковал каждый. Меня абсолютно каждый атакует. О, Борган. О, он с кем-то дерется. Наконец-то, блять. 15 тысяч кредитов, я лечу! Они с ним в союзе, вот с этим ублюдком. Но я обязан этого дебила убить. На нахуй, жри. О, он мне еще деньги дает. Так, 1309. И я тебя еще и убью, тварь. Готовься, тварь. На нахуй. 15к сюда. О, потоковый двигатель, который дохуя стоит. Ну, охуевый, потому что он... Много весит, но его продать можно. Impressive, very nice. Так, и наверное полетел отсюда. Нету топлива. Туда есть топливо. Это было изи на удивление. Осталось эти деньги залутать. Это в целом реально оказалось как-то очень легко. Мне нужно топливо. Тут только, блядь, тут три планеты, а где они? Почему они обязательно должны быть далеко от меня настолько? Сука. Вот как бы я его убил с ракетницами, правильно? Никак. А с осколочными орудиями вообще изи. Вау, все враждебные, давай, блять, ублюдки, упыри ебаные.
Да, нахуй пошли. Твари ёбнутые. Не дадите съебаться отсюда. Продал двигатель. Все потратил на ремонт. Отстаньте. Враждебная. Сколько можно? Блять, они ждут меня тут сидят или что? Мне Бетельгейзе надо. Награду пособирать. Да отстаньте! Почему меня тоже этот чел атакует? Меня каждый атакует в игре. Почему? О, блядь! Так, мне на унданку и на линию. Мою пиратом тоже стать, потому что я не могу выжить, походу, если я не стану пиратом. Есть же возможность стать пиратом, чтобы тебя они не атаковали, maybe. Хотя хуй знает, как это работает. Может, тебя не будут пираты хейтить, даже если ты станешь пиратом. Ура, опыт, деньги, ура! 3435. А чё я хочу прокачивать next? Знание техники, наверное, снова. Чтобы меньше ломаться. Так, где Элиния? Элиния, сюда. Микромодуль Резис. Ну давай заберу. Объем бака плюс 10 единиц, размер плюс 20%. Плюс 4 размер бака за 10 единиц. Не знаю. Ну, если бак был бы на 15. Баки вообще бывают на 15. Вес не более 15. Таких, наверное, не бывает даже. Мне кажется, таких не бывает. Ну и что, она будет весить 24? Я хуй знаю, это мне надо. И так нету веса. Ну и так места нету. Не уверен, что я хочу этого. Ну и так, реально, 57 свободно. Как играть? 57 свободно. Это у меня всего 57 свободно. Ну да, по сути, да. Да ну. Ну, по идее, я планирую корпус купить лучше. 54 свободно. К. Маневренность, что ли, вкачать, чтобы меньше дэмэджа получать? Точность, наверное, нет смысла. А сколько эта хуйня снимает вообще? Не может эффективно стрелять. Пишет навык отношения к нему максимальный. Это разве максимальный? Там еще 6 уровень есть. Раньше вроде не было 6 уровня, но теперь есть. Но это явно не выглядит как максимальный. Надо ли торговлю еще вкачивать?
лучшую выживаемость, наверное, или даже лучшую, ну, технику. Все 4К, это прикольно. Что по корпусам? Нужен вместительный корпус. Во, кстати, серия Хищник. Чекайте, 55340. Вот, интересный корпус. Три артефакта, как и у меня сейчас. Пять пушек. Гравикорный корпус дипломата. Цена 4590. Так дешево? И при этом все слоты открыты? Чекайте, что за хрень? 5 пушек, 4590. Потому что он маленький, поэтому так дешево, поэтому так, ну... Блин, так он крутой, посмотрите на этот корпус. Просто не будет места. А так крутой. Да. Вот это более-менее адекватный, 384 вес. У моего 340. Ну, 44 как раз на две пушки. Даже если идем на две пушки, у меня на него останется где-то 50 еще веса. Хуйня, наверное, да? О, еще грейдить надо, у меня брони будет меньше. Наверное, лучше подождать что-нибудь интереснее. А он идеал, это загрейдженный уже, броня 5 пишет. 69845, как раз в системе Солнца. Ну, 364 не намного больше, чем 340. Опять же, не будет веса. Ебучие артефакты много весят. Прям очень много. Сложно. Наверное, лучше двигатель купить. Купил. Ну и что делать будем? Брони у меня, мне кажется, очень много. 26 плюс 11. Прям достойно. Опять на солнце напали. Там еще черная дыра. Эта хуйня меня уебет сюда. А, не. Что-то не понимаю с этой загадкой Луантан. Как вылечиться от болезни, если нету медицинского центра? Я реально не понимаю. Это я виноват или что? Где бои? Пираты напали? Сейчас я их пойду хуярить. Решил доебаться к челу, да? Сейчас я к тебе доебусь. Получаем, блядь. А, на планету вломится. Я у него... Ебать, он 430. Ебать, он сильный. Его даже хуй пробьешь. Так, а где черная дыра?
Чё такой корпус сильный? Сидец год одеть. У меня дамаж был меньше. А, стоп, я не пополнил свой. Нет! У меня ж нету этого. О, нет, я забыл. Big mistake. Так, окей. Пытаюсь спиной отходить и стрелять. И как правильно это делать? У них оружие лучше. Как отсюда вылететь? Что делать надо? Как? Я не коцаю противника, моментально умираю, они меня уничтожают просто. Чё, блядь? Чё, ничего не понял. Ничего не понял. Как это должно работать? Я их не коцаю, они меня моментально уничтожают. Ничего не понятно. Но мне делать все больше нечего, кроме как в черную дыру лететь. Опять этот толстяк. Почему я не убил этого чела? Wait, what? Я того убью. Пошел он. Он даже не убегал. Уничтожить корабль. 15 кры дадут. Кстати, блин. С прокачанным обаянием. Мне прям очень много дают за квесты. Наверное, это загадочная луантация и, ну, и баф в каком-то смысле в данном случае. Может прокачать обаяние до конца? Хотя нет, не вижу смысла. Я бы технику вкачал снова. Ну-ка, снова потравим черную дыру. А где она? А ее нет. Она есть, нет. На Кифрон напали. Го туда. О! Квест сделался сам по себе, вы видели? Он сделался за один день, за два дня. Я уже заработал 15200. What? Изи деньги. Вот почему эти квесты стоит брать на похуй. Они сами делаются и получаешь кучу денег. Игра тебе буквально как будто помогает заработать деньги. Дала мне болезнь на плюс деньги. И квесты сами делаются. О, доминаторы. Сейчас мы его захуярим. Бам! АТ заберу. Я бы ноды еще забрал, но сейчас эти твари разобьются. Ублюдки, блядь. Пиу! Разъебучи. Thank you.
Разъебучь. Да, место меня вообще не хранит. Залечу зачем-то на пиратскую базу. Могу стать пиратом все-таки. Хочу приобрести программы. Не, все хуйня. Поучаствовать в развитии базы. Надо стать пиратом, но, блин... Maybe есть смысл. Военных баз даже нету нигде. А это выбор? Либо ты пират, либо ты... Я даже не могу апнуть звание, это вообще бред какой-то. Хамаль меня вообще хейтит. Что я им сделал? Меня хейтят во всех пиратских системах. Какой-то пиздец. Как играть? Да, не густо с корпусами. Как оно все дорого чинится, это какой-то пиздец. Сообщение было, но не прочитал. И тут меня хейтят в Кефроне этом. Почему меня все пираты хейтят? Я пришел, убил доминаторов, меня хейтят пираты. Бля, это сложно какая-то система с этими пиратами. То есть игра тебя буквально форсит стать пиратом. Даже если ты не хочешь. Бред какой-то.
дыра. К, а толку? Деньги есть, толку нету. Нечего улучшать. Поучаствовать в развитии базы. Давай. Я поучаствовал? Я свой опыт трачу на это? Я свой опыт трачу? Я не понял. А. И это не мой опыт. Как им оружие дать какое-то? Это я свой опыт потратил 6000? Почему у меня до сих пор загадочная луатанция? Она только что вроде была извлечена, или нет уже? Период болезни луатанция завершился. А, я вылечился? Заебись, так. Так, я думаю, прокачаю снова технику. Последний раз. Пока это еще терпимо по опыту. Износ оборудования происходит на 25% медленнее. Это еще терпимо. Как я должен помочь? Вы можете произвести установку нового оборудования на нашей базе. Или же поделиться своим боевым опытом. То есть я должен заплатить за то, чтобы отдать? Вау! Ничего серьезно. Ну, это они нормально придумали, конечно. Я должен заплатить за то, чтобы отдать им... О? Тут можно продать обратно. Блин, знал бы, я ту ракетницу поставил бы им. Вот ту, которую я продал, дэшку. Тогда тысяча, что с ней делать? Игра форсирует стать пиратом. Мезоструктурный корпус воина.
Стоп, секунду. Я забыл, что у меня тут лежит. Микромодуль первого уровня встраивается в корпус, активирует два слота для артефактов. О, то есть я могу купить корпус, в принципе, с двумя слотами артефактов или с одним. Мне будет на него 3 или 4. Надо это не забывать. На него нету хороших корпусов. Мне нужен, по идее, корпус, ну хотя бы там на 420. 420 плюс-плюс-плюс. Я не могу понять баланса файта в черной дыре. Почему меня убивают моментально, когда у меня дохуя защиты? И т.д. Вот го снова слетаем. Но понять, почему меня так легко убивают там, я не могу. У меня овер дохуя защиты. Меня один на один никто не должен убивать сейчас. 26 плюс 11. Меня челы разъебывают просто. Ну как двигаться правильно? На, ну, блядь. Жри. На, жри. Я не его еле коцаю, это странно. Вроде правильно все делаю. Ой, нет, тихо. А как? А как отсюда выйти? В смысле? Это ж хуйня меня засосала, из-за нельзя выйти. Да, вот почему я сомневаюсь, что вообще возможно без единой смерти пройти космических рейнджеров. Какой-то неадекватный баланс в черной дыре. Как будто все мои итемы не учитываются или что. Мне не должно настолько сильно косы при 26 плюс 11. Меня прям уничтожают. Единственная стратегия — это просто спиной летать. Разве нет? Кроме этого ты ничего не можешь сделать. Они друг друга хоть атакуют или нет? Бать, они живучие. Окей, хилочка. Как взять? Окей, я взял хилку, иду дальше. Защита. Какая-то таблетка. Что таблетка делает ФЗ? Мави дэмэдж пустит. Ну, одного почти убило. Я не знаю, они друг друга вроде не бьют. Окей, одного разъебали. Теперь ищем хилку. Без хилки никак дальше. А где хилочка? А я не знаю, где хилка. Я замедлился, спасибо. О-о-о. Тут хилка раньше была, но теперь ее нету. Походу он отхилился, кстати. Он забрал хилку. Это очень плохо. На этой карте одна хилка только или что? Если я его встречу, он меня убьет. Бля, почему он такой сильный? Как его продамажить? О, хилка. Вот тут дышим. Ебать, дэмэдж. Неадекватный просто.
Как столько дэмэджа не получать? Он еще невидимость какую-то взял, блять, я хуй знаю. Я могу просто посидеть около хилки. На, жри, жри, жри. Вот эта хуйня с автонаводкой, она слишком сильная. Чем это он стреляет? Это одно из самых сильных оружий в этом гиперпространстве. О, невидимость. Тоже хочу. Ты что, меня видит или не? Дай хилку. Сосать, рак. Вот так-то лучше. Блять. Блять. Он же меня не видит. Какого хуя? Хилку дефать. Там-то хилка сейчас снова появится, надо ее забирать. Есть одна хилка на карте. Даже так ощущение, как будто у этих противников 4 раза больше хп. Я не знаю. Ну или у меня очень плохое оружие. Окей. Где там он застрял, я не понял. Еле-еле. Душно. О, у меня перевес. Вероятностный анализатор. Рассчитывает и показывает вероятность победы над любым противником. Хуйня. Помогает находить спрятанные на планетах клады. Это можно сразу выкинуть. Проще выкинуть 12 нодов. И где мы находимся? В системе Вакар. А ничего, что отсюда нельзя вылететь? Не, в теории отсюда можно вылететь, но... Сколько у меня топлива? Не зря, наверное, заградил это. Не, в теории можно. Через Алиот. А сколько тут доминаторов, интересно, да. Столько я не убью. Ёбнуться. Попал, блять. Ого, блять. У них скорость 726. Что? Что с этой игрой не так? В Мурац надо лететь. Пизданулся просто. Супер загреженные доминаторы. 700 скорости, это что, шутка? Оу. Я бы тут что-то взял. 2710. Блять, надо радар выкидывать. Топливо, кстати, это найс. Заодно пополню сразу. Единиц топлива. В принципе. Я могу до Бетельгейса долететь. Ага, почему-то оно летит вот так вот, а не через верх. Охуительно. Как я от них съебаться должен?
Но эти не такие быстрые. Даже полутаться здесь могу. Уж самое забавное, все не так страшно. Они меня не догоняют. Опять уёбки. Твари. Отстаньте. Да, астероид вовремя, спасибо. Давай, блять. Ёбнешься. О, система Арктур освобождена от пиратов. Ура! Ура! А чем мне надо полетать с этим вероятностным анализатором по планетам? Поискать клады? Или что? А мне надо залететь на планету и посмотреть, есть ли там клад? Низкая ценность кладов. Клад? Как увидеть, есть ли тут клад? Типа клад? Если я уже исследовал планету. Я просто не совсем понимаю, должен на них залететь снова или не? Без понятия. Короче, хуйня-то все надо продать. Какие нахуй клады? Как находить их? И он показывает, что нет смысла типа планету исследовать. И что она вообще делает? Короче, понял. Я должен платить деньги за то, чтобы улучшать базы эти. Это вообще пиздец. Сила осколочного оружия плюс 6 единиц. Ну вот, корпус неплохой. Нет, плохой, кстати. Починка дорогая. А, я заебался играть. Я не вижу развития. Как мне развиться? Я должен убить рейнджера. Хорошая идея убивать рейнджеров, когда у нас осталось 4 рейнджера во всей системе.
Ну, в смысле, во всем мире, во всей галактике. У нас 4 рейнджера осталось, мне предлагают убить рейнджера. Мне бы пригодился потоковый двигатель, кстати. Блять, тут корпус без захвата, серьезно? Как такое может быть? Типа шмотки подбирать не будем вообще, никогда? Дин-дин-дин-дин-дин. Какой же, блять, пиздец. Летаю хуйней, страдаю, не знаю, что делать. Может купить себе радар меньше размером, вес не более 15. Такие есть. Это хуёвый. Мне нужен гальский радар. Удачи. Ого, найс. Перепродадим. Опа, приподнялся. Да не буду убивать рейнджера Аристарха. За что рейнджера Аристарха? Дроид. Все хуёвые. И чем займемся? Могу ли я в соло в Растабане отпиздить кого-то? Думаю, нет. Я ничего не могу, в принципе, нигде, ни в одной системе. Я никто уч. Мне нужен новый корпус. Хотя, подождите. Ну да, мне нужен новый корпус и новый дроид. Чтоб я был еще сильнее. Тогда я смогу иметь 5 пушек и иметь еще больше выживаемости. В черную дырку можно слетать, но смысл? Можно полететь на какую-то планету в тюрьме отсидеть, кстати. Чтобы они меня не хейтили. Ну, пиратов я явно не смогу перебить там всех. Я не знаю, что делать. Тупик. Мне нужно в системе Хамаль забрать свой дроид.
планеты. Нехуй делать. Полететь, что ли, посмотреть вот этот Растабан, что там? А смысл, блять, одному туда залетать, смотреть? Я один не справлюсь ни с чем. Я никакой. Ой, въебало. А, не, не въебало. Сколько тут доминаторов? Триллиарды. Ну как это вообще возможно все разъебывать? Как будто играть и заставляет играть only с long-range оружием. А если я хочу играть с этим оружием, то я никак это не могу победить. Просто никак. Ну я чисто лут могу пособирать. Ноды. Они даже нихуя не сильные, но я не могу такое количество победить. Они все сразу на меня летят, и ничего не сделать. От этого ублюдка я могу сразу уже обстреливать. Можно попытаться по кругу летать. Они все медленнее меня. Этот, кстати, немедленнее. Да, торпеды, ну тут все понятно. Ничем хорошим это не кончится. Меня и поджали. Этого я почти убил, а толку? Ну почти одного убил, блять, и чё? И съёбываю. Вопрос на засыпку, почему я не стреляю первым? Почему все они выстрелили, а я не выстрелил? В итоге меня убивают еще. Я не знаю, как это работает. Почему я стреляю последним? Почему я моментально только что не выстрелил? Почему я сразу от него оторвался и не выстрелил? Я не понимаю, сука, механики. Не все меня обстреляли, но не я. То есть, блядь... Почему оружие не сбалансировано таким образом, чтобы low-range оружие стреляло первым сразу же? Почему какое-то время ожидания какое-то ёбнутое? Бред ебучий, блять. Ничего не понимаю. Ладно, поехали в тюрьму, наверное. Садиться. Хочу дроида забрать свои. С Хамаля. Пирата убить. Да похуй. А где? Я далеко. Ну, тогда лошпед, можно его убить. Можно его поймать и ёбнуть. Хули, к работягам доебывается.
бы его поймать. В теории. А похуй, ладно. Убыток. Здрасте, здрасте. Враждебная, блядь. Попытаемся пролететь. Бать, они все враждебные. Все молоки враждебные. Хуй ты тут пролетишь? Ебать, хейт. Пизданутые животные. Ладно, сажусь на планету. А что делать? Вы преступник, это ошибка, меня подставили. Сидеть спокойно. Сдать вещи, отправиться в камеру. Так. Че, идем работать? Пойти работать. Заразился насморком, найс. Мне дали пинка. Самочувствие снова ухудшилось. Так, идем в тренажерный зал. Вы почти качок. Чемпионат по рукопашному бою. Но это самый быстрый способ выйти из тюрьмы и побеждать эти чемпионаты. Так, го драться. Здоровье хуже среднего. Но я получил опыт. Так, идем в тренажерный зал снова. Магнитофон. Купить. Сходить в медпункт. Оплатить услуги профессионального массажиста. Значительно улучшилось, найс. Я смог отжаться 500 раз от пола, потому что я очень сильный. Бред, это так не работает. Так, чемпионат по рукопашному бою опять. Let's go. Пока все неплохо. Хорошее отношение охраны, хорошие заключенные. Заключенные к вам нейтральные. Подать заявку на участие, пойти биться. Становиться стукачом я не собираюсь. Стоп, что случилось? Ай! Что, куда я кликнул? А, я не туда кликнул. Ладно, подарим просто 250 кредитов. Я хочу подарить вам 250 кредитов в знак моего глубокого к вам уважения. А, лол. У них можно было магнитофон взять. Вы шестерка. После этого дружба с охранниками, вы шестерка, сука. Почему? Так, идти работать. Пойти работать. О, поймал тараканчика. Так, чемпионат по рукопашному бою. Пошли. Подать заявку, пойти биться. Станет ли Рейнджер Артас новой звездой ринга? Так, пойти в тюремный дворик, чтобы потренировать своего питомца.
таракан 64 метра в час. Ок. Дудку нашел. Пойти покачаться. Меня избили сокамерники. За что, блять? Сука. Надо в медпункт сходить. Массажист. Я взял твоего таракана в заложники, Артас, и ты заплатишь мне 100 кредитов выкупа. Вот сучонок. Ладно, заплачу. Так. Таракани бега, библиотека. Вы не очень-то умны, может в библиотеку пора бы сходить в какой-то веке. Хотя здоровье хуже среднего, лучше в столовую сходить. Хорошее самочувствие. Эй, опущенный, подойди сюда, сказал рослый детина. Он был явно враждебно настроен, сука. Да какого хуя меня пиздит? Ну, вы довольно сильны. Не будем платить 100 кредитов. Попробуем вступить в драку. О, авторитет поднялся. Теперь они опущены? Или нет, я опущен? Вы опущенный тип! Какого? Так, вы довольно сильны, здоровье хуже среднего. Чемпионат по рукопашному бою. Ну, попробуем. Пойти биться. Здоровье ужасное. Подготавливаются бумаги об освобождении. О, неплохо. На столовую пойти, обед чемпиона. У камеры вас поджидал один из приближенных пахана. Ты, падла и ничтожество. Пиздец, опять пизды дали. Пойти на концерт. Так, на самодеятельность к людям использовать магнитофон. О. Настроение у всех было прекрасное. Уже хотя бы не опущенные, просто презирают. Ваша сила средняя, все тело ломит. Давайте покачаемся. Надо в медпункт срочно. Массажист. Хорошее самочувствие, почти качок. Неплохо. О, кубик Рубика нашел. Так. Потренирую питомца. 79 метров в час. Написать прошение о помиловании, но я идиот. Плохо. Пожертвовать 500 кредитов на пенитенциарные нужды. Подготавливаются бумаги об освобождении. Это поможет? Или поднять свой авторитет? Давайте за 100 кредитов поднимем авторитет, а то я шестерка, сейчас снова бить будут. Так, потренируем таракана, 93 метра. Таракани бега, выставим своего питомца. Начали.
О, мой таракан побеждает. Ваш таракан бежит по четвертой дорожке. О, мой таракан выиграл. Вы очень выросли как в глазах тюремного начальства, так и в глазах сокамерников. Потому что мой таракан победил. Еще 250 кредитов дали. О, сегодня зона откидывается Артас. Он был достаточно умен, чтобы не склеить ласта в нашем исправительном учреждении. Хотя там было написано, что я идиот. Не отпустили. Даже не пришлось выигрывать турнир. Вроде достаточно быстро вышел с тюрьмы. Пойдет. Ну, ко мне снова хорошие отношения. Как легко, блин. Прикиньте, в реале можно было бы только кого-то убить, посидеть в тюрьме месяц, и к тебе сразу хорошие отношения. Что за бред? Так. Какой-то лайнер Громак уничтожил в системе Солнца. Берусь. Давайте оружие закупим, хули. Фух, бля. Правда, я закупил оружие, а я хотел, блядь, планету. Где теперь оружие продать? А, сука. На пиратской базе мы продам. Отстань. Оружие 118. Вроде выгодно, а тут 138. Оу, найс. Импрессив. Да хватит меня обстреливать. Почему все пираты враждебные? Всегда. Ням. Что это смена подданства? Ты будешь чист, как слеза в глазах всех правительств. А, это было проще, наверное, чем в тюрьме отсидеть. Время не терялось. А если я аватарку поменяю? Я не хочу аватарку менять. Если честно. Так, Громак. Мы отбиваем Кефрон от пиратов. Мы бы реально помочь военным. Только за то, чтобы отбить от пиратов. Хотя они и сами неплохо справляются. По-моему, я не уничтожу ни один корабль.
подобрал какой-то лутик. Сейчас продадим. Так, Громак, это кто? Какой-то молокский корабль. Я его не вижу. Мергац, Арктур. Теперь он там. Лютий Зрос. Кто с кем дерется? Ногой ебашить. Вроде не и так справляются. Так, где этот Громак? Он здесь или нет? Я не вижу. Блять, кретин ебаный. Ну, по крайней мере, ноду отнесу. Готового рейнджера убить. Какой-то новенький бомж. Ну, пофиг на него. Он уверен, что хорошая идея нападать. По-моему, его разъебывают. Где тут ебучий Громак? Я не знаю, где он. Как я должен выполнить квест? Уже... Блять. Утомил, ублюдок. Сила осколочного оружия плюс 10 единиц. О. А у меня есть, между прочим, пелингское оружие осколочное. 21 50 плюс 10. А почему не 21 плюс 10 до 50 плюс 10? Нечестно. Хуёво. Вот неплохой корпус, кстати, но без форсажа. Да, такое.
О, вот этот корпус интересный. Тут 4 пушки, правда, не 5. Генератор поля плюс 6 единиц. $77,000. Я могу его купить даже прямо сейчас, в теории. Не, ну не прямо сейчас. Блин, лучше уже накопить на корпус с 5 пушками. Чтобы быть максимально жестким. Так, я устал преследовать этого упыря. Этого громага. Сюда летает. Вот, я его вижу. Сейчас разъебу тебя. Куда он опять полетел? Опять в другую систему летит. 670 хп? Как я его убью, блять? А хотя... О, какой у меня дэмэдж хороший по нему. Там было 63 дэмэджа. Так, спасибо за деньги, но это не конец, чел. Ебать, ему бы там пробил на 67 дэмэджа или сколько было. Смогу его успеть добить, да? Не, ну у меня дэмэдж колод... 82?! Что у меня с дэмэджем? Да, я тебе осколочная... 88! Ебать, дэмэдж! Что это за дэмэдж у меня? А чё у меня такой дэмэдж? Типа 50 плюс 10 плюс 20%? Самое забавное, что оно аниме не должно делать 88. Откуда столько дэмэджа? Я ему еще отбил, по-моему, один выстрел. Так, окей, изи квест. Все, идем хамаль. Продаем все и эти... Блять. Ладно, губки фаус сначала. И снимаем зонды с планет. А то они простаивают уже. Сейчас сделаю это, сниму зонды, куда-нибудь их в другое место перекину и пойду, блядь, чилить. Ну, пойду в душ, вернее. Я устал играть. Чё здесь опять, блядь? Опять доминаторы. Давай, ублюдок, давай. На, на, на. Не чувствую. Разъебан. Плохое? Почему плохое отношение? Ладно, го сюда. Надо продать вещи. Пиратскую базу почти разъебали. А мне не похуй. Здесь ремонт миллиарды стоит. Нахуй, разъебано. О, 12 веса, 3420. Это меня радует. Так и быть, поможем пиратской базе. Что хуйню. Разъебучи. Разъебучи. О, забираем. Не в хамаль. Биг не почувствовал, в принципе.
Бля, сколько здесь пиратов, как эти бесят пиратские системы. Их зачистить их невозможно абсолютно. Все враждебные, найс, да? Все враждебные, они ёбнутые. Твари ёбаные, блять. А что ты сделаешь? Вот они все враждебные, что сделать? Все. Они все, блядь, враждебные, вы чё, твари? А, найс, шестеро меня ебашат. Без комментариев. Я умер? Да. Не, ну как? Как они игру сбалансировали? Они вообще не пытались балансить или что? Заходишь в систему, там миллион враждебных пиратов. Почему просто? А друг друга они не убивают почему-то. Какой ебаный мусор, какой бред. Мать разрабы тупые. Просто играть невозможно. Просто не могу залететь в систему, бля. И зачистить ее тоже невозможно. Ничего ты не сделаешь. Просто миллиард пиратов. Не зачистить, нихуя. А что я заплачу деньги одному пирату? Меня все остальные будут хейтить или нет? Интересно. Надо проверить эту тему. Там же просто могут вымогать деньги. Каждый может вымогать. Ты же не можешь каждому заплатить. Это же безумие. Какая мне планета нужна? Дакот Руканай. Вот это то есть. Враждебная. А почему? А просто. Все враждебные, найс. Блядь, Кефрон опять пиратский, да сколько можно? То есть враждебные все корабли, блядь? Так что ли? Ну окей, я просто посижу на этой, блядь, на этом Сатурне. Идите нахуй. Абсолютно все враждебные. Ебать тут продуктов. Как я должен это все собрать? Без понятия. Ням. Консул русалка. Беремся. Так. Надо пока все выложить.
куда что-то еще выложить, чтобы забрать шмотки оттуда. Надо оружие даже выложить. Их же никто не украдет, верно? Захват мне тоже не нужен, по сути, сейчас. Можно больше забрать с этой планеты. Да, уёбки меня преследуют. Конченые, блин. Ёбнутая игра. Не дают дышать. Это ещё куча продуктов. А почему они тут сидят и ждут меня до сих пор? Что с ними не так? Никто не знает. Серьезно, челы меня сидят, ждут просто? Столько дней? То есть они меня ждут столько дней? Сколько времени прошло, они меня все это время ждут? Как играть в эту игру? Эти ёбнутые меня сидят, ждут. И ждут, и ждут, и ждут. А зачем они меня ждут столько времени? Нет, что-то вообще игра не сбалансирована. Просто миллиард пиратов, которых хуй убьешь. Их миллиарды просто. Они сильнее доминаторов. И ждут тебя вечно просто. Вечно. И ты от них не убежишь. Так, теперь мне надо на другую планету залететь. Вот на эту, Меркатори. И эти выблядки за мной сейчас. Что с ними не так, я не знаю. Почему меня этот чел тоже обстреливает? Неизвестно. Я не знаю, что происходит. Леска 75. Круто, блядь. Нихуя нет. Мы будем сидеть хилиться. Три дебила нахуй преследуют. И хуй что сделаешь. Конченая наглухо, блять. Я вообще до хуйни не понимаю, что с игрой сделали. Как теперь должен забрать все свои зонды и вылететь отсюда? Thank you.
непонятно. Десять нодов осталось. Ну а хули делать? О, ура, они меня не ждут. Они отстали. Вау, неожиданно. Так, тут все исследовали. Вита Прайс осталось исследовать. Тут все исследовано, исследовано. Мне даже нечего этими зондами уже исследовать. Хуй знает, куда... Что исследовать, блядь. Эти зонды относительно бесполезны, если ты не можешь, по сути, ну, как бы, нормально приезжать, забирать их. И опять преследуют. Как заебало. Вся система нахуй преследует. Что я кому плохого сделал, я не знаю. Вахуй просто этой хуйни. Так, оставим здесь зонды. Барбадос. Я полетел обратно куда? На солнце, я не знаю, Кефрон. О, задание выполнено. То есть не обратно, нужно в этот Дакот. Дакот Руканай. Пиздец. Ну ладно, го обратно. Деньги же надо забрать. Удачи мне туда пролететь, на эту планету, блять. Она даже не должна быть жизнеспособной. Видите, как далеко она находится от звезды? Как там живут люди? А, это не люди, это молоки, блядь. Ну тогда да. Тогда логично. Пираты кем-то другим заняты. Повезло, повезло. 106 тысяч денег. О, посылку доставить. Наконец-то квест на доставку. На планету Венера системы Солнца. 22 сентября. А если потруднее? До 23 августа. Это месяц? Ты успеешь за месяц долететь? Его полегче. 8 камней хватит. Сначала залечу... Что там, блядь? Посылка с ловушкой. Я Бетельгейзе залечу сначала, maybe. Или помочь Растабану отбить. А как я помогу? Мне надо инвентарь опорожнить. Отстань. Не трогай меня. О, нет. Почему вы такие конченые? Окей, заплачу. Вы от меня отстанете? Нормальная вражда. А, нет. Если ты платишь, от тебя, блядь, только один чел отстает. Это безумие, нахуй.
ебать хейт. What? Можно еще больше дэмэджа мне поебалу. Прикиньте, сколько я трачу денег каждый раз, врубая этот форсаж. Эти животные просто пизданутые. Блять, я бы зачистил каждую систему, убил бы каждого пирата. Нахуй быть такими животными пизданутыми. Ужас какой-то. Не понимаю. Выблядки. Тик. Шон Экс прокачиваем. 2800 XP. Пора боевые, наверное, прокачивать. Так, я на солнце. Столько денег, а толку? Сноб, пиздец, сколько всего нужно. Нужен будет корпус новый, новое оружие. А потом еще корпус загрейдить. И двигатель нужен новый. Куда мне надо ставить? Венера. Олигарх. Корпуса. 5 пушек хочу. Гравикорный корпус рейнджера хищник. Цена 13290. В чем подвох? А, нету форсажа. Вот в чем подвох. Ну да, без форсажа это ж не играбельно, на самом деле. Тут нету дроида и сканера. Че за хрень? Двигатели. Хуйня. На. 118 000. Impressive. Very nice. А можно полностью все починить, блин? А тот не починило. Хуйня ебаная. 54 места. Блин, нужен новый корпус. Сложно играть. Духота. Окей. С 4 пушками. А вот такой корпус. 471. Карагон Бетельгейзе. Броня 3. Он уже загрейдженный или что? Уже загрейдженный. Прямо здесь продается корпус, кстати, вот. С 4 пушками. Уже грейдженный. Скорость двигателя плюс 150 единиц? Wait, what? Скорость двигателя плюс 150 единиц? Что? А? Блин. Интересный корпус. Ладно, купи, наверное, его. Сек.
Так, на самом деле, я, наверное, его куплю. Потому что скорость двигателя плюс 150, это интересно. Восприимчивость к урону 110, 95, 95. А тут чё? Ну, в принципе, почти то же самое. И броня у него 5. А тут броня 6. Мне его грейдить не придется. И 390 единиц, ВС 340. Не, на самом деле, это сейчас адекватно. Я и буду быстрым, и... Да, это адекватно. Да, я решил, я его беру. Так, чекайте. Итого у меня 104 веса, плюс одна пушка, где-то останется у меня 80 веса в итоге. И надеваем эту штучку. У меня еще два артефакта появилось. Опа. Раз. Раз. Это явный апгрейд, я считаю. Учитывая скорость и бонусную пушку. По-моему, я сверх разум. Да, это хороший корпус. Продаем. Продаю я шмотки за 47% от фактической стоимости. Обидно. Мне бы еще торговлю вкачать немножко. Лучше заранее продать, вдруг ту базу разобью, тогда я потеряю 9000. Так, и теперь я куплю еще одно осколочное орудие. Вооружение, типа, любое относительно можно. Только по весу смотреть, не больше 25. Что, осколочные орудия не продаются больше? What the hell? $21.35. А это какое? Это C? Ну, можно купить пока любое. Бетельгейза, Элиния. Сейчас заберем. Ну так более-менее, кстати, скорость 706. Вот так можно подышать, на самом деле. Опа, зато я теперь супер быстрый. Это прогресс. Да, это прогресс. Вообще-то мне нравится. Я теперь быстрый. Полетели. Так-то мне еще дохуя денег осталось. Это хороший апгрейд, это был прям супер хороший апгрейд. Мне теперь даже двигатель нужен новый, потому что, ну, я могу anyway на 40 парсек летать, а скорость у меня, ну, достойная сейчас. Вау, я доволен. Я внезапно доволен. Жесткий апгрейд. Прям вообще охуительный апгрейд. Прям серьезно заапгрейдился. Купим пушку. Наверное, в черную дыру полечу. Повоюю там. Не, 4 пушки это уже, ну, это уже терпимо. ДПС у меня большой, в принципе. Особенно еще, если прокачать хотя бы чуть-чуть, ну, точность, хотя бы до 3, то будет вообще ДПС охуенный. С этим новинтом. Так, где-то хуйня. Мощность сканера минус 1 единица. Похуй. А, оно блокирует ремонт дроида. Шанс блокировки дроида обратно пропорционален размеру корпуса цели. А, так его еще и загрейдить, наверное, можно, да? Может, еще не улучшенное. Пык. Свободно 78. Ну, пойдет, терпимо. Похуй, минус 1% не особо важно. Если, ну, я сканер куплю скоро новый. Надеюсь. Двигатель! 24 вес. Блин, ну конечно, двигатель лучше гальский иметь.
Двигатель лучше гайдовский, чем человеческий. Но... 600 единиц — это 600 единиц. Его и загрейдить еще можно. Наверное, я куплю двигатель. Да. Сканеры можно мне купить гальский? Но, наверное, двигатель не буду брать, я передумал. Это не такой большой апгрейд. Зачем мне двигатель? Парсеки не интересуют, а скорость 600, ну, допустим, будет 680. Но я могу получить, грубо говоря, 100 скорости еще. Ну, этого не стоит сейчас. Лучше гальский двигатель оставить. Не и так быстрый. Да. Ждем гальский двигатель. Я доволен. Пошли в дырку, слетаем. И на этом все. На сегодня. И навсегда. Не думаю, что захочу постоянно воды сидеть писать. Я же буду чилово играть еще. Типа так, знаете, по чуть-чуть. Я же могу постоянно сидеть, играть и играть 24 на 7 и разговаривать. Суть таких синглплеер игр, чтобы почилить, а не чтобы, блядь, сидеть и записывать, записывать. Я быстрый, кстати. О, вижу его. Блять. Мне надо хапке еще поменять на оружие. У меня первое оружие не на шифте. Почему? Окей, два на шифте, два на контроле. Если кто-нибудь знает, как можно стрелять всеми пушками сразу, подскажите, потому что я не знаю, возможно ли это вообще. Да дай выйти отсюда, блять, ёбок. Чё, хилился, что не хилился? Найс, чел хил забрал. Такое ощущение, что боты могут стрелять сразу всеми пушками. Мой я не прав. А меня почти убили, пиздец. Нужен хил. Хил здесь появляется или нет? Слишком сложно. Опять хаткей не стоит на такой хуйне. Как мне хил забрать? А никак, ничего ты не сделаешь. Супер душно, супер сложно. О, хилка. Тихо. Ну, давай лети на меня. Там оружие ебанутое. Ну вот что против этого делать, против таких оружий?
Как пробиться к хилу? Единственный хил чел охраняет. Пизда. Можно мне хил? Как я задолжил, то я не знаю. Твари ёбнутые. Что по дэмэджу? Нас, сука, жри. Оно у меня само летит, так нечестно. Тоже хочу такое оружие, которое самонаводка ебашит. Дай хилку. Че, она скоро появится, не? О, нет. Пидорасы. Дышим. Тоже за хилкой пришел, ублюдок. Убыток. Ну как попадать этой хуйней? Любой хуйней как попадать. О, еще одна хилка. Сосать раки. Они оба коцаные. Ай, блядь. Первого убил. Так, значит, аккуратно. Там второй тоже раненый. О, я выиграл! Фух. Духота. Я коцанный в системе блазеров. Насадка на радар, увеличивающая его радиус действия на 600. 16 веса. Полная хуйня. В какой системе? Диатар. Пизда. Можно съебаться по-быстрому. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Квесты есть. На Кефрон напали опять. А тут кто напал? Понять не могу. Что тут происходит? Кто на кого напал? Я в Кефрон, короче. С теми пиратами не хочу контактировать ебаными. Кто с кем дерется? Блин, удобно, что меня теперь никто не догоняет никак. У меня скорость ощутимо выше. Пошел нахуй. Система меня бесит, такое количество пиратов ебанутое. О, доминатор это проще намного, чем пираты. Опа, 4 пушки, готовься. А я даже его не коцнул.
столб. 18, 9000. Не стреляй, не убивай эту штуку. А, что это такое? А, это двигатель. А. Весом 18. Вы знаете, может, я хочу его поиспользовать даже. Охуеть, двигатель. Такой маленький. На-на-на-на-на. Почему не я его убиваю, блядь? Почему не я первый стреляю? Куда? Дай! Сука! О, модуль. Активирует слоты сканера, радара и форсажа. Maybe пригодится как-то. Пирата ёбнуть на солнце на баре, это уже не шутки. Пираты напали на солнце, твари. Пиздец, их много еще. А где военные все? Хуёво дело. Лайнер решил в соло драться с толпой пиратов. Пять пиратов, блять. Охуенно. Сложно. Ну, а помочь будет. Так, это дерьмо. Доминаторский модуль? Или его можно ставить куда угодно? На самом деле его проще продать. Хуй вам по всему ебалу, а не оружие. Надо развивать, пока есть шанс. Пока меня все толпой не ебашат. Куда? Куда ты летишь? Что это? Что с этой игрой не так? И он сейчас на планету сядет или что? Вы видели, как мой герой развернулся? Что произошло? Я мог чела убить, а у меня чел развернулся, и я его не убил в итоге. Блять, эта игра... И в итоге я сейчас сам умру из-за того, что, блять, у меня просто развернулась хуйня. Да, я умер. Но я не виноват. Это баг или что? Как это воспринимать? Это баг? Почему у меня герой на автомате развернулся так, чтобы не убить противника? Я не врубаю этой хуйни, блядь. Почему у тебя сразу в игре
скорость двигателя нулевая, если ты получил хоть малейший перевес. Это не может так работать в реальной жизни. Заебало. Что с ебалом? Что с ебалом? На, жри говно, блядь, ублюдок. О нет, он опять развернулся, я опять его не добил, потому что он развернулся, я просто в это не верю. Какой геймруин жесткий, блядь, я не понимаю этого. Что, блядь? Вы видели эту хуйню? Игра забагованная. Бля, почему этого не пофиксили за миллион лет? Как эти корабли вообще летают, нахуй? Прям очень серьезные баги. Я прям в ахуе с этих багов, вот серьезно. И что, я сейчас его не добью? На нахуй. Бред ёбаный. По-хорошему бы еще одного убить, но меня теперь двое атакуют. Какого хуя? Я сильно коцаный, лучше отлететь. Почему я сразу не стреляю? Почему они успевают выстрелить, а я нет? Мне это невероятно раздражает в этой игре. Если у тебя low range пушки, они не стреляют первыми. Типа, блядь, они стреляют последними. Логики в этом нету вообще. Окей, этот реактор не X2 цена. Тогда его и нет смысла особо продавать. Хорошо, а если улучшить его? 54 нода просится за него. А не, 108 нодов просят за реактор этот. Ну, можно попытаться насобирать. Насколько он хорош будет? Ну, я типа сохраню без. В этом есть смысл какой-то. Столько нодов надо, пиздец. Активирует слоты сканера, радара и форсажа. Такие вообще корпуса есть, в которых просто есть 5 оружий, но нету сканера, радара и форсажа. Обычно без этих, без артефактов, вот да. Ну вот корпус неплохой появился. А, у него нет форсажа. А, на самом деле это лучше оставить. Че, поехали дальше пиздить этих пиратов. Хотят мою родную систему захватить. Вообще твари охуели. Лечу! Ну, привет! Пу-пу-пу! Попущен. Убит. И ОФК я выстрелил не первым. То есть мне опыт не дало или что это, да? Обожаю эту хуйню.
Так, ладно, на этом, пожалуй, все. Растабан бы отбить как-нибудь когда-нибудь. О, у меня пираты везде хейтят опять. Это что, опять в тюрьму садится? Вот Растабан реально надо отбить. Надо с этого начинать. Но я бы хотел заградить этот двигатель. Он такой же, как этот будет, но я получу... Кстати... Подождите, а двигатель доминаторов... Он по надежности как? Хуже гальского или лучше? Вот чего я не знаю еще. Так, мне кажется, ДПСа пока хватает. Прокачаю защиту. Маневренность. Дэмэджа хватает. Более-менее. Военная база никогда не появится, нигде не построится. Очень грустно. Все, всем пока. Как вам такой вот, блин?